Здравствуйте, дамы и господа, в эфире FIFU Live. Мы ведем трансляцию из нашей мобильной студии. Прямо здесь, в одном из корпусов ДВФУ, в эти минуты начинается третий Дальневосточный медиа-саммит. На всем его протяжении мы, студенты факультета журналистики Дальневосточного федерального университета, сегодня в режиме нон-стоп будем знакомить вас с участниками, гостями и самыми интересными событиями одного из самых масштабных и профессиональных мероприятий в сфере масс-медиа Дальневосточного медиа-саммита. В студии для вас работают Юлиана Синько и Кирилл Тихонов. Мой коллега, я хотел сказать, замечательный и неподражательный Кирилл Тихонов. И вообще неподражательный совершенно. Как мы сказали, медиа-саммит проводится уже в третий раз. Впервые он был организован в 2014 году по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Стоит отметить, что в нем принимали участие представители как местных, так и региональных, так и федеральных средств массовой информации. И в 2014 году было всего лишь 650 участников. Уже в 2015 году количество участников значительно пополнилось, их число возвысило 2000 человек. И сегодня на третьем Дальневосточном медиа-саммите был установлен рекорд. 2100 представителей масс-медиа подали заявку на участие в этом профессиональном мероприятии. Ну, и, кстати, прямо сейчас проходит регистрация данного фестиваля. Это не фестиваль, это отраслевая конференция. Регистрация... Здесь, смотри, фестиваль здесь, это где фестиваль, а это где весело, где конфетти. Площадок. На самом деле, за нашей спиной красивые яблоки, то есть здесь еще можно будет вкусно покушать, узнать очень много нового и интересного, поэтому эта площадка носит различный интересный характер. И, кстати, прямо сейчас в корпусе Б на стойке регистрации продолжается регистрация рекордного количества участников, и на прямой линии с нашей студией работает наш специальный корреспондент, который расскажет подробнее о том, что там происходит. Ольга. Есть контакт. Доброе утро, Юлиана. Доброе утро, студия. И мы ведем прямой репортаж с места регистрации. Уже идет активная такая регистрация. И вы можете получить на входе замечательную брошюру, ознакомиться с ней. Итак, узнаем, сколько же гостей уже зарегистрировалось на медиа-саммите? А у нас гости где наши? Спасибо. Я думаю, что порядка человек 200 уже прошли регистрацию. Есть ли именитые гости на нашем медиа-саммите? На данный момент через меня не проходили, но вообще здесь и представители прессы многие присутствуют. Здесь все представители прессы, поэтому я думаю, что они все именитые. Спасибо. Мы видим, что настроение у всех замечательное. Итак, Юлиана, вам слово. Ольга, огромное тебе спасибо за такой интересный рассказ. Как мы видим, что... На стойке регистрации достаточно много людей. Помимо этого, можно получить книгу Школы гуманитарных наук. Кто? Кирилл, что ты еще интересного расскажешь? Я расскажу, что кроме прямых включений с места проведения медиа-саммита, у нас будут в нашей студии присутствовать гости, с которыми будем обсуждать актуальные вопросы профессионального характера, ну и вообще вести светские беседы. Почему светские? Ну, потому что религиозные беседы на таком светском мероприятии вести как-то было бы странно, мне кажется. Журналисты — это светский народ? Вообще, это очень светские ребята. Ну, сама понимаешь, они медийные чаще всего личности, да, общаются. И, кстати, вот один из таких медийных личностей сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.